bend you like it's Honda shit. I don't give a fuck unless you're talking with the money clips. Арина, а чё Арина? А чё Арина? Ну, Арина, ничего. С Ариной мы не общаемся. Аригато! Ичини-сан! Аригато! Нет, лучше бы не нужно было повторять. Ладно, извините. Почему? Что почему? Просто ребята уходили. Мне либо пришлось бы позже включить, либо сейчас. Давай. Так, сейчас я выключу камеру. Давай. Кчао! Кчао, зай. Кчао. Кчао! Ты выбираешь, будто в магазине. Кчао! Не рыгай. Пожилой? Он говорит, что он пожилой, ему можно все. Схуяли. Ты мне все чипсы сломал. Как у меня еще половинчатый. Как? Он как-то вот так, короче, палец убрал. Вот так вот. Он на месте сейчас? Палец покажи. О, он на месте. Прикиньте! Смотрите! Ничего не трогаю. Смотрите, вот так лежит на руке. О! О! Это я делаю. Видели? Бля, я так охуела, когда увидела. Ну, а я 1, 2, 3. О, кола. Спасибо. Ананасы. Не кидай. Да подожди меня. Я тебя сейчас покажу на ветке. Повторяй. Быстрее, сука. Так, тачки 3. Мне рекомендуют елки 3. Одно и то же говно. Я тебя не слышу. Вот, а чё вы сердечки отправляете? Чё это за хуйня, я не поняла. В смысле? Алло, убирайте вот это вот всё милашество, убирайте вот это вот. Что это такое? Они, кстати, почему-то я залила вот эту порошочек, который у них там есть, внутри завяли. Надо новую купить, наверное. Да? Что у меня с голосом сейчас было? Да? Ла-ла! Что такое 1007? А, типа, что это такое? Охуела? Нужны новые цветы. Ну, кстати, их тут 15, прикиньте. 15 цветов. Я вообще, я же, ну, не помню, как их там. Я же никогда цветы себе не покупала. Вот. И, короче, купила четное число. Мне даже ничего не сказали. Или как это нечетное? А, нет, все нормально. А, все нормально. Все нормально. А что я, блядь, я тут буду тогда. Я почему-то 15 посчитала, что это четное, блядь. Откат. Чего вы мне цифры отправляете? Вопрос. А как же фотки в инсте, да вы и в НЖ? Короче, мы решили, что так как у меня 7 апреля операция, и, ну, мы немножко не успеваем, так как, если бы мы начали делать... Короче, я приехала на выходные, а чтобы подать документы, нужно будний день. Вот. А я приехала в пятницу. В пятницу мы не успевали, в субботу и воскресенье не работают. Значит, понедельник. Если с понедельника считать 2 недели, это уже получается, я должна была прилететь в Москву 29 или 30 числа, но это поздно. Вот, поэтому мы решили, что я в любом случае попадаю на новое полугодие, когда начинается вот эта вот штука. Типа 90 дней мои свободные нахождения в Украине. Ой, представляете, уже полгода прошло, вот. И все, то есть я уезжаю, у меня вот эти сейчас доступные 2 недели, и я просто приеду с 14 апреля, у меня начинается новый период, вот, и как раз я там буду после операции, после всего, я там еще и с мамой увижусь. Я, кстати, думала вот Сэма забрать с собой, короче, ну, чтобы мама его увидела, я так маме хотела похвастаться Сэмом, она же никогда его не видела, вот, только на видосах, вот, и я всегда маме Сэма хотела показать, но Вадим, короче, против, потому что, ну, собака у нас маленькая, из-за этого она может быть забыть Сэма. Ну, реально, там очень много времени должно пройти. Ну, то есть, меня не будет примерно 3-4 недели. Я буду в Москве 3-4 недели снова. Вот. И что собака, мать важнее псин? Шо? Причем тут это? Ну, представляешь, я приезжаю снова с кошкой, и она, собака, она, ну, выросла, и она уже забыла... Чего вы ржете? А, вы сообщение ржете? И собака уже забыла этому, моего сыночка. Что он, мы его в этом будем? В наморднике таскать? Ну, нет, скорее всего, не забудет. Я почему-то более чем уверена, что не забудет, но Вадя хочет пристраховаться, потому что вдруг что? Вдруг, блядь, реально он забудет, как правильно кусать, как правильно хватать Сэма. 50 ков в сумке у папы. Ну вот, и в общем, блин, у меня такие руки, как у токийского гуля. Если бы они с черными ногтями еще были.
И будет трек. 50-ка в сумке. Ладно, все. Бля, возьми маму в Киев и все. А, да, у нее же есть и загранник. И загранник, и загранник. Нет у нее ни загранника, нихуя. Да нет, что ей в Киеве делать, зачем? У нее же работа, там все, туда-сюда. Мать оставляет сына у отца, и Сэма во время перелета не будет стресса. Да да какой там стресс, там 3,5 часа лететь, чтобы ты понимал. 3,5 часа, я уже купила билет на 20. Женя переживает. Мой, короче, этот стилист, ему стыдно, видимо, из-за прядей. Он написал, короче, вот эти вот по поводу белых вот этих волос. Они же стали желтыми немножко. Ну как, я не знаю, вот как вам кажется, ну нормальные вот эти вот пряди или вам не нравятся? Короче, он пишет, что как вернешься, я тебе доделаю пряди, это не дело так. Я не знаю, вроде нормально. Ну, типа, довольно неплохо смотрится, я не знаю. А ему не нравится, он пишет, типа, говно ебано. Желтые лучше, чем седые. Ну, у меня седые первое время сначала были, а потом вот они немножко пожелтели. Ну, потому что смылось. Они, кстати, вообще не советую никому красить свои волосы, потому что они какие-то, блядь. Я никогда не расчесываю волосы. То есть, чтобы вы понимали, я даже расческу, блядь, никогда в руки не беру. А тут приходится их расчесывать, потому что вот они сухие какие-то и запутываются. Ок. Ну, я имею в виду, мальчики же тоже красит волосы иногда. А Натаха, какой любимый жанр фильма? А, триллер-детектив. Все норм, забей, да я знаю, что все норм, я просто угораю. Снекай, спасибо большое за 10 рублей. Спасибо все равно тебе за 10 рублей, спасибо большое. Достать ножи смотрела? Бу! Уснула. Все норм, забей. А так фильм заебись, я даже не досмотрела, помню. А, или досмотрела, я уже не помню. А, так на какое число? А, на какое число билет? Сейчас скажу. То ли на 28, то ли на 26. Сейчас посмотрю. Ничего, Майл не работает. Сейчас посмотрю. Я уже и билет до Питера взяла. Блять, нужно VPN включить, чтобы в мейл зайти. Цветы от Вадима? Нет, это я сама себе купила. Так, теперь можно в мейл зайти. Квитанция о блокировке средств. А, охуеть. В розетке блокируют средства. Ну, типа, чтобы... Как на Алике, походу. Окей. Вот, ЖД-билет я взяла. А, да я вообще совершенно скоро улетаю. А что так рано? Блин, я ж 26-го уезжаю. Улетаю. И 28-го я в Питер лечу. Ну так норм, ну как раз типа сдам анализы всем, но там еще 3,5 часа лететь. Ну представь, я приеду в следующий раз, пусть, ну я вообще, я эти 2 недели вообще не почувствовала. Ну то есть сейчас еще неделя пройдет и вообще. А то, что собака пошел гулять, нет, блин, с богомолом. Так уютно у тебя, это все цветы и розовый цвет. А на Питер сколько дней? А мне там нужно к стоматологу очень. Вот. Ну и с ребятами увидеться. У меня очень много фото, которых я кинула в саб-конфу. Кстати, если ты саб и до сих пор у тебя нет саб-конфе, можешь написать команду invite и зайти в нашу группу, где мы общаемся. А, да! Да, мы там общаемся! Мы сабы всем очень рады, всем очень довольны, очень, как это, гостеприимно всех встретят. Вот, поэтому нажимайте кнопку invite. Black shoes, no face, blessed up, okay, press down, no change, tap out, say who, we blew, Cobain, step out, no lace, I leave, no trace, no scene, no crime.